Так, ну, сначала напомню вкратце опять регламент. 45 минут я чего-то бухчу, 5 минут перерыв. После этого 45 минут можно будет что-то спросить, можно будет что-то пообсуждать, можно будет спросить что-нибудь еще кое-кого из присутствующих. Но об этом позже. Последнее, что я хотел рассказать, что хорошего можно делать в моей концепции, это разрешать стандартные внутренние конфликты. Понятно, что идеальный байсянец, он, конечно, обычно внутренними конфликтами в принципе не страдает. У него в голове полная внутренняя проинтегрированность, и он весь единым своим сознанием всегда занимается решением проблем и задач. Ну, как дойти до этого состояния, я, к сожалению, пока понятия не имею. Но, по идее, есть вариант чуть похуже, но тоже ничего. Это все внутренние конфликты разрешать на лету. Тоже такой довольно абстрактный и не очень реализуемый, но к этому хотя бы можно приблизиться. Концепция примерно такая, что давайте мы будем большую часть внутренних конфликтов разрешать плюс-минус автоматически по щелчку пальцев, ну а некоторое количество оставшихся, не очень большое, уже по-честному, вдумчиво прямо там на месте с применением мозга. Для меня вообще в какой-то момент открытием было осознание того, что, блин, я почему-то постоянно вляпываюсь в одни и те же ситуации с одними и теми же внутренними конфликтами, что, правда, наверное, не очень удивительно, учитывая, что, ну, я каждый день занимаюсь плюс-минус одним и тем же, и не то чтобы систематически разрешаю какие-то метавнутренние конфликты. Идея, собственно, в том, чтобы, ну, окей, давайте начнем, наконец, разрешать эти метавнутренние конфликты с помощью какой-то одной метастратегии, метаалгоритма. То есть вот сядем заранее, подумаем, окей, у меня такой-то внутренний конфликт, стандартный метаконфликт, я его сейчас мета-разрешу, а потом он случится, и я его разрешу данный конкретный экземпляр в данный конкретный момент времени. Как примерно это делать? Ну, для начала мы просто вот садимся и начинаем вспоминать. Обычно вот я продалбываюсь так-то и вот так-то. И потом смотрим и... Окей, вот я что-то продолбался, а что у меня конкретно в голове происходит? Призываем на помощь наш внутренний симулятор и спрашиваем у него. Ох, определение внутреннего конфликта. Так, я про это когда-то уже даже рассказывал, хотя так очень вкратце. Ну, внутренний конфликт — это когда вроде бы хочется чего-то делать, а вроде бы и не хочется. То есть вроде бы я и хочу сегодня лечь спать пораньше, но что-то почему-то не ложусь, потому что, типа, окей, время 12, пойду-ка я лягу спать пораньше, пора же уже. Я такой, да, ну не, мне тут еще что-нибудь, условно там, еще серию сериальчика. С одной стороны, я хочу лечь пораньше, а с другой стороны, я хочу еще посмотреть сериальчик. И проблема. Нужно что-то с этим делать. Нужно разрешать внутренний конфликт в идеале. Сделать что-то, что устроит и ту мою часть, которая хочет пойти зачем-то пораньше лечь спать, и ту часть, которая зачем-то хочет посмотреть еще серию сериальчика. И еще какие-нибудь внутренние мои субагенты, которые тоже вылезут в следующий момент. Так, ой, ладно, сейчас я не буду вчитываться в чат, я в него вчитаюсь во вторые 45 минут. Так, ага, вот, окей. То есть я сел и начал вспоминать, как же я обычно продалбываюсь. Вот представляю себе, что, окей, теперь мне нужно сделать вот это, или... Ну, то есть вот я представляю, что,
Окей, я собираюсь сделать вот это, но что-то как-то не прет. Или что-то меня задолбало продолжать этим заниматься, пора сделать паузу, пора отвлечься на что-нибудь. На соцсеточки, например. Отвлечься от работы на соцсеточки, на видяшки, на котиков в Ютубе и рыбок в Фейсбуке. Или наоборот. Или еще на какую-нибудь, казалось бы, не очень-то полезную фигню. Но почему-то мы то и дело пытаемся ей заниматься. Вот представляю, что да, я хочу этим заняться. Я ощущаю внутри себя какое-то внутреннее сопротивление, чтобы начать что-то делать или продолжить чем-то заниматься. И дальше я раскручиваю, а, собственно, откуда у меня это ощущение, этого сопротивления получается, что конкретно меня в этой задаче отталкивает. Так вот, поразбираем некоторое количество подобных ситуаций и видим, что вообще-то большинство таких ситуаций группируется в некоторое количество кластеров примерно одинаковой фигни, которая происходит в голове. То есть вот меня вот в этой ситуации и вот в этой и вот этой отталкивает примерно одно и то же. А вот в четвертой, пятой, шестой другое, но похожее внутри своего кластера. И так мы находим некоторое количество, там, ну, скажем, 5-10 таких кластеров, которые примерно одинаковые и примерно каждый раз происходит примерно одно и то же. И смотрим на этот кластер, что в каждой такой ситуации я испытываю примерно одно и то же избегание. И, собственно, этот кластер описываем тем, какое же именно избегание я во всех этих ситуациях испытываю? Что я внутри себя чувствую? Что-то такое не очень приятное, что-то отталкивающее. Вот. Но, конечно, не все такие ситуации избегаем, ситуации избегания учитываем, а только те, которые происходят достаточно часто и регулярно. Периодически происходит какая-нибудь экзотика, очень редкая, но на нее пока не стоит время и ресурсы тратить. Нам бы хотя бы то, что во что мы вляпаемся постоянно, разгрести. Окей, дальше вот у нас есть, получился на основе этого кластера метаконфликт внутренний. Дальше нужно его разрешить. Разрешать можно большим количеством способов. Я на них сейчас просто останавливаться не буду. Они довольно известные. Это внутренний дабл кракс, internal дабл кракс, внутренний корень разногласия. Это факторизация избеганий. Можно попробовать с помощью когнитивно-поведенческой терапии разрешить или какой-нибудь еще техники разрешения внутренних конфликтов на ваш вкус. Про это уже много сказано и написано. Не хочу сейчас это повторять. Окей, хорошо, мы разрешили какой-то стандартный внутренний конфликт, он же метаконфликт. И хорошо бы вот сейчас записать их все такие внутренние конфликты стандартные в списочек, такого типа, что вот я испытываю сопротивление такого-то типа, и я могу улучшить ситуацию, чтобы сопротивление пропало таким-то образом. Списка желательно два. Во-первых, первый — это то, как оно все происходит, все шестеренки, там весь внутренний диалог наших субагентов, отсылочка к разрешению с помощью внутреннего корня разногласия, внутреннего дабл-кракса. В общем, всю информацию, которая у нас есть полезную про этот внутренний конфликт, чтобы вот понимать все шестеренки этого внутреннего конфликта. Это первый список. Второй список, чтобы его периодически просматривать быстро и вспоминать основные моменты, что вот у меня случился триггер, такой-то внутренний конфликт, такое-то избегание, такие-то эмоции, такое-то внутреннее противоречие, и вот такое-то действие, которое я могу сделать, и оно станет более, сделать мне более полезно, поможет мне разрешить внутренний конфликт. Ну и все. Окей, мы составили список. Дальше мы
начинаем жить дальше и время от времени замечать: «О, я опять вляпался в одну, в ту же самую фигню, про которую я уже думал». Как бы плохо, но на самом деле хорошо, потому что я же теперь знаю, как, что можно сделать хорошего. У меня этот внутренний конфликт вроде как разрешен. И давайте вспомним так. Я конкретно его разрешаю с помощью такого-то, такого-то мета-алгоритма. Или проще, я повесил себе списочек куда-нибудь на видное место, замечаю ощущение, что я опять вляпался в ту же фигню, и я смотрю на этот списочек, что нужно сделать. Понятно, что может оказаться, что что-то все равно не получается. Как-то все равно не разрешается, хотя, казалось бы, да, внутренний конфликт тот же самый, но что-то не поперло. Или может случиться, что я вот такой сел и подумал, повспоминал, но забыл какие-то внутренние конфликты, в которые, тем не менее, вляпываюсь регулярно. Ну, просто улучшаем этот списочек итеративно. Потом как-нибудь, когда будет мозг, силы и время, то есть там когнитивные ресурсы, волевые, все вот эти вот, и вспоминаем: ага, вот у меня еще такой-то, такие-то шестеренки в этом внутреннем конфликте, его нужно разрешать, наверное, как-то вот так. Нужно улучшить его разрешение. Или, ага, вот еще вспомнил такой-то внутренний конфликт, нужно его тоже в стандартный списочек добавить. Да, забыл свернуть, но сказал. В принципе, ну, в общем-то, вот весь алгоритм, просто чтобы проиллюстрировать примеры из моих некоторых внутренних конфликтов стандартных. Первый конфликт — это когда что-то ничего не понятно, я в тупике. Выглядит примерно так, что «Да, блин, что это за хрень? И что мне прикажете теперь с этим делать?» Происходит какая-то непонятная хрень. То есть я хочу решить какую-то задачу, но прямо сейчас я вообще слабо представляю, и какой мне следующий шаг теперь сделать. Прилетела Дорофеевская волшебная фея, выбирая следующий первый шаг, а я понятия не имею, что делать дальше. Ну, что здесь происходит? Вообще-то понятно, что долбиться головой об стену дальше малопродуктивно. Я попробовал, и что-то не получается. По опыту моему более перспективно перейти вот в ментальный режим анализа. Не пытаться сделать прямо сейчас, прямо вот сейчас что-то, какую-то еще новую информацию выцепить, что-то еще проверить, что-то конкретно попробовать сделать, а сесть и подумать, что же происходит-то. То есть вот что я хочу сделать, какая у меня сейчас цель, что мне уже известно, что неизвестно, какой информации не хватает, и если какой-то не хватает, если я хотя бы примерно понимаю, в каком месте у меня просос по информации, ну а в какую сторону покопать, чтобы ее извлечь. Вот буквально на днях у меня так было такое, что программа показывает недостаточно дружелюбную к пользователю ошибку. Причем это, блин, происходит на стыке десктопной программы и онлайновой части на сайте. И где-то там на стыке фронтенда и бэкенда, и вообще нифига не понятно. Вот мне ошибку какую кидать, чтобы ее восприняли как нужно и показали дружелюбную ошибку пользователю? Вообще непонятно, в какой зоне, в чьей зоне ответственности это происходит. И понятно, что очень не хочется за такое браться. Ну что ж, позвонил одному человеку,
Добавили в разговор второго, третьего, человек пять примерно добавили, пока, наконец, не поняли, кого конкретно нужно дергать, чтобы этот человек посмотрел, что, ага, это действительно на моей стороне, нужно обработать это и починить. Окей, отдал ошибку человеку, он все починил замечательно. Ну, да, не хватало информации, а, ну, хотя бы, что нужно сделать, чтобы ошибка была дружелюбной. То есть хотя бы непонятно, в чьем месте, в чьей зоне ответственности это происходит, чей код чинить. Ну, пошли выяснять, чей код нужно чинить. Пошли дергать всех подозрительных людей, которые хоть как-то относятся к этой зоне ответственности. Те думают, да нет, это вроде не у меня, но давай вот этого человека спросим. Тот говорит, давай вот этого. И так, наконец, нашли нужного человека. Вот, то есть, вкратце, что делать с этим внутренним конфликтом? Вот ситуация, ничего не понятно, я в тупике, и действие на этот триггер. Во-первых, встать и прекратить пытаться делать прямо сейчас. Во-вторых, собрать информацию в кучку, как-то ее покрутить в голове и понять, что с этим делать дальше. Удивительно, но факт обычно помогает, ну, хотя бы начать копать в более перспективном направлении. Другой пример — это когда перегружен мозг. Ощущение примерно такое, как, если помните, во второй Диабле, если играли, иногда персонажи говорили «Я перегружен». То есть такое «А, все, все сложно, в мой мозг больше не лезет, я уже не могу думать, можно я перестану думать вот сейчас? Все, пожалуйста, больше не надо». Ситуация примерно такая, что вот мне сейчас нужно подумать о чем-то, или я уже думаю, мне нужно продолжать думать, но мой мозг уже кипит и совершенно не в состоянии в ближайшее время что-то продуктивно выдавать. Обычно это бывает, когда я пытаюсь продумать задачу с большим количеством аспектов или там распутать какую-то неочевидную ошибку, в которой вроде бы и там видны какие-то указания на причину проблем, но очень какие-то косвенные, что вот тут какая-то непонятная фигня происходит, вот тут какая-то тоже непонятная фигня происходит. Они вроде бы имеют отношение к тому, что мне нужно решить, но какое-то очень неочевидное. В принципе, если я их соберу в одну большую кучу и как следует над ними подумать, наверное, я смогу наконец понять, но это нужно обработать много информации, которую в голове тупо не удержать. Ну, это наше несчастное ограничение 7 плюс-минус 2 на число единиц информации в голове одновременно крутящихся. Вот эта когнитивная боль обычно возникает, когда мысли начинают вываливаться из головы. Тогда просто вот хочется нажать лбом кнопку сна и держать ее и стонать. Потому что, ну все, мозг не справляется. Ну, что обычно с этим помогает? Что-то сделать. Конечно, в первую очередь выгрузить информацию на какой-то внешний носитель, там в текстовый файлик или в блокноте перерисовать. Во-первых, разгрузить рабочую память уже прямо сейчас. Во-вторых, обеспечить себе возможность еще больше собирать информации. То есть увидел какую-то подозрительную строчку в логах, ну, то ли она имеет отношение к задаче, то ли не имеет, непонятно, но перспективно. Я ее могу спокойно записать в блокнот. Блокнот резиновый, он не распухнет. А мозг не резиновый. В мозг я не могу загрузить всю потенциально полезную информацию, какую-то очень условно относящуюся, а в текстовый файлик сколько угодно. И за счет просто выписывание в текстовый файлик, мы обычно, или там пока рисуем, как-то в голове это более структурируем и в более структурированном виде записываем, когда нужно записать это символьно текстом. И как-то даже какие-то ускользающие закономерности сами собой проявляются. Ну, ладно, хорошо. Выгрузил во
во внешний носитель информации. Дальше лучше на какое-то время отключиться от каналов поступления внешней информации. То есть там или прилечь, или пойти пройтись. Во-первых, очистить немного рабочую память от промежуточных результатов. Как бы все, я теперь все промежуточные результаты записал, можно про них пока забыть, они все равно сохранились. Главное оставить сейчас в голове все актуальное, все наиболее полезное, перспективное, и покрутить это как-то в голове. Пусть мысли немного в голове улягутся, и появится какое-то уже более внятное ощущение. Опять же, почему желательно прямо именно пройтись или даже прилечь? Потому что отключиться от внешних источников информации, чтобы они не забивали голову, пока в голове пытается что-то улечься, чтобы не прилетали рабочие задачи, чаты, новости, еще что-нибудь, или посты в соцсеточках. Покрутить в голове только то, что в ней уже есть. То есть, вот, вкратце, разрешение внутреннего конфликта выглядит примерно так. Внутренний конфликт, мозг перегружен, решение, выгружаем информацию на внешний носитель и ненадолго отключаем фокус внимания от внешних раздражителей, укладываем все в голове, что у нас в ней скопилось. Третий такой пример внутреннего конфликта, когда я не очень-то понимаю, как то, что я собираюсь сделать, может мне помочь в чем-то, или сильно сомневаюсь в целесообразности. Ощущение такое, что не, ну вроде понятно, но такое, или какая-то тут вообще мутная хрень. То есть я, допустим, почему-то решил, что мне может быть полезно сделать нечто, или кто-то другой мне сказал, что чувак, тебе будет полезно сделать это. А я при этом не вижу, а каким макаром оно мне будет полезно. Какой вообще от этого толк, как оно должно работать. Это особенно характерно для всяких новых супертехник личностного роста, типа там джедайских техник, ситских техник или еще какой-нибудь более маргинальной фигни. Окей. Ну или там еще для всяких задач родом из общественных условностей и мысли в духе «надо бы мне выучить, допустим, иностранный язык, а то что я как этот, как не знаю кто?» Надо, но зачем? Что с этим делать? Ну, желательно бы в голове построить какую-то максимально шестереночную модель, а как это вообще должно работать? Почему я, собственно, им стараюсь много шестеренок выдавать в своих рассказах, как делать всякую продуктивную штуку. Нужны нам в голове шестеренки, чтобы понимать, это реально будет работать или оно не будет нифига работать. То есть я реально то, что я сделаю, поможет мне достичь чего-то. И как конкретно оно поможет этого достичь. И, может быть, я такое посмотрю на шестеренки и пойму, само по себе оно не будет работать, но если добавить еще каких-то особых условий, еще сделать какие-то полезные действия, то вот тогда оно наконец начнет работать. Допустим, тот, кто мне говорил, что нужно делать вот это, мне не упомянул что-то, что казалось бы само собой разумеющееся, или я просто решил, что, ну да, выучить иностранный язык полезно, но не учел, что для этого оно может быть полезно для чего-то конкретного или что-то нужно еще добавить, чтобы оно стало полезно. Какую-то там, не знаю, учить какой-то конкретный аспект. Там, чтобы съездить за границу, нужно учить одно, чтобы смотреть фильмы на иностранном языке другое, чтобы читать цепочки и посты на LessRong на английском третье. Учить абстрактно английский язык для этого не очень полезно, а учить в конкретном разрезе уже может оказаться более полезным. И вот
Окей, мы составили шестереночную модель, мы смотрим на ее проблемы и можем даже понять, что да нифига это все равно не сработает, выкидываем всю идею нафиг. Ну да, может быть, наши внутренние сомнения были вполне оправданы, почему бы и нет. Если указание о том, что стоит такое сделать, пришло откуда-то извне, то стоит получше расспросить того, а кто мне это сказал. Почему он считает, что это нужно, какие там могут быть шестеренки и в каких условиях это может быть полезным. И даже если после такого вопрошения все равно шестеренок в голове не прибавляется, ну, если это был какой-то гуру, которому, наверное, стоит верить, то окей, давайте явно обозначим для себя, что мы поверим гуру, что мы возьмем у него кредит доверия и сделаем то, как он говорит. Если сработает, ну окей, еще небольшое байсовское свидетельство того, что гуру знает, что делать. А если не сработает, ну, возможно, не так он хорошо знает, что делать. То есть, вкратце, еще раз, внутренний конфликт примерно в том, что я занимаюсь чем-то вот сомнительным, и чтобы разрешать, строим шестереночную модель. Если не получается, можем взять кредит доверия у гуру, который сказал, что нужно это делать. Все, пожалуй, на с разрешением внутренних конфликтов стандартных. Составляем список и вспоминаем, что это у нас вообще второй уже списочек. До этого был список, как восстанавливать внутренние ресурсы. И, наверное, стоит на этом остановиться с составлением списков, потому что завешивать все стены списками, чек-листами — фиговая идея. Мозга на них, пожалуй, не хватит. И все, аллилуйя, я, пожалуй, закончил всю теорию. Что будет дальше? Дальше, чтобы понять, что будет дальше, сначала я расскажу, что было раньше. Сетские техники, они возникли не на ровном месте, они когда-то пошли от встреч по джедайским техникам в Екатеринбургском сообществе Лосронг. Что тогда примерно было? Что тогда было важно для того, чтобы понять, что будет дальше? То есть когда-то я уже давно интересуюсь, как можно побороть, блин, прокрастинацию наконец-то и начать жить и повысить, собственно, свою личную продуктивность. В какой-то момент я пришел к этим джедайским техникам, потом я пришел на встречу Лесронг очередной и сказал, рассказал, вот смотрите, есть такая прикольная штука, Дорофей вот тут такое придумал, вон у Канемана что-то полезное взял, наверное, не совсем фигню придумал. Я даже начал пробовать, даже что-то получается. А теперь давайте мы сейчас все вместе соберемся и будем осваивать эти самые джедайские техники на специальных встречах. Люди посмотрели, подумали, ну окей, а давайте. Ну и мы начали. Встречались мы раз в неделю в течение где-то примерно года и прокачивали свои джедайские техники. Мифология ситских техник зародилась именно на этих встречах и где-то даже примерно около их начало появился по аналогии с термином force user, чувствительный к силе, использующий силу, появился термин brain user. Я не очень помню, кто его придумал. Я увидел его упоминание еще в чатике, еще до того, как мы назначили первую встречу. А потом, собственно, пошла вся эта мифология ситских техник, благо у нас были большие поклонники темной стороны силы, которые очень интересно смотрели на джедайскую всю эту деятельность.
А потом под всю эту мифологию, что джедаи не все знают, а есть еще тайна и знание некое поверх этого, пошла идея, давайте действительно придумаем какие-то уже реальные ситские техники. Потому что как-то понятно, что да, джедайской техники Дорофеева на все не хватает. Лично у меня это вот началось именно с того, что я уперся в пределы применимости джедайской техники, и потом у меня в голове то ли самозародилась, то ли наконец дошла и конкретно до меня уже ранее озвучиваемая идея о том, что мир — это ложь, и есть только страсть. И да, если у тебя есть страсть к какому-то делу, то проблем с мотивацией у тебя, очевидно, не будет. Так что полезно иметь страсть ко всему, что ты считаешь полезным, и не иметь проблем с мотивацией. Откуда все это появилось, кто-то первым придумал, я, конечно, уже не помню. Но вот именно с осознания этого, когда я наконец это понял, ну да, наверное, Ютковский придумал. Может быть. То есть именно когда до меня это наконец доперло, я подумал, реально, а давайте. И вот я... Нет, Ютковский, я думаю, придумал не все. Я на очередную джедайскую технику пришел, джедайскую встречу пришел и сказал, чуваки, а давайте подумаем, что из этого можно... Фу, пошел в чатике. Веселый, но... Ладно, не отвлекаюсь. Что из этого можно придумать? И мы такие сели и подумали, и первым плодом размышлений явился манифест, который можно найти в чатике по ситским техникам. Я его туда переслал не так давно. А нет, давно. Ну, в общем, можно его найти в телеграм-чатике. И потом еще дальше много всего обсуждали. Правда, я лучше всего запомнил именно манифест, потому что это было первое веяние, четкое и явное ситских техник о том, каким должен быть идеальный ситх. И потом всю ту кучу крутых идей, которые мы нагенерили на встрече, я потом записал файлик, и понятно, что пока записываешь, оно в голове еще больше откладывается. Остальное у меня, то, что было на последующих обсуждениях, оно, часть, наверное, просто не очень легло на мое понимание, на мои шестеренки, поэтому не запомнилось, а часть, видимо, наоборот, легла очень хорошо, и потому я ее воспринимаю уже как само собой разумеющееся, которое всегда было в моей голове. Хотя, казалось бы, наверное, у меня не всегда в голове что-то было. Так что есть у меня еще какие-то пробелы в воспоминаниях о том, что было, что мы там насочиняли хорошего по сиским техникам тогда. А нынешняя картинка у меня сложилась, то, что я вещал эти предыдущие 3,5 лекции, на основе каких-то вот инсайтов, которые ко мне пришли в голову за небольшой промежуток времени и удачно наложились на ранее сформировавшуюся базу, на весь этот манифест видения идеального сферического ситха в вакууме. И тут-то у меня и щелкнуло, тут-то я наконец выделил что-то, отдельную сущность ситских техник. Но не всю. И да, я сказал определенно не все. Это проблема. И эту проблему нам вызвалось помочь решить Оля Мочалова. Она обещает нам на следующей неделе рассказать много всякого прикольного, того, что мы насочиняли крутого сиского еще тогда, и что я забыл, не подумал, не отразил,
не сформулировал и не рассказал на предыдущих трех встречах. Особенно круто, помимо того, что это просто заполнено какие-то лакуны в сиских техниках, то, что Оли свое представление, свой подход к ситхам. Я такой более шестереночный книжник, а Оля у нас адепт страсти, адепт того, чтобы погрузиться в свою страсть и фигачить. Джедайские техники — это хорошо, но это только взгляд Дорофеева. Предыдущие 3,5 лекции — это тоже хорошо, но это взгляд одного только меня. Нужно больше разных взглядов, нужно слушать больше людей, нужно послушать Олю, у нее многое того, про что я не думал и что может быть полезно другим людям. Так что вот тизер того, что на следующей встрече я не буду вещать, но будет вещать Оля, и тоже будет что-то крутое. А что конкретно, наверное, можно спросить уже сейчас у нее, если она уже готова поделиться, ну или подождать в следующей неделе. Это было анонс, что будет на следующей неделе. И, наконец, что будет потом. Как говорил канцлер Палпатин, в целях обеспечения безопасности и большей стабильности республика будет реорганизована нами в первую галактическую империю во имя сохранности и во имя блага общества. Конец цитаты. То есть, я хочу возродить в новом виде те самые крутые встречи джедайской техники, которые были в Екатеринбурге, но уже с поправкой на ситские техники и на и на нынешнюю конкретную ситуацию. То есть, во-первых, чтобы понять, какими я вижу техники встречи на, короче, встречи ситхов. Сначала упомянул, как примерно выглядели встречи джедаев и замаскированных ситхов, конечно же, тоже в Екатеринбурге. Мы раз в неделю собирались по субботам в уютном кафе Вереске в такое предобеденное время и обсуждали всякое интересное. Время тоже неспроста. Очень удобно, когда вы вот собрались относительно утром в субботу, и после этого полученного вами, то есть после этого у вас впереди практически полные выходные, и можно эффективно реализовать полученный запас агентности и всякие крутые новые идеи. Это было очень круто, очень полезно. Основу встреч у нас составляли некоторый такой аналог мастермайнда, который мы называли 7 минут прокрастинатора. Выглядело это так, что всем по кругу дается 7 минут по таймеру, и за это время предполагается рассказать, как у меня прошла неделя, какие там были сложности, какие были открытия, как мне удалось что-то круто применить, как что-то не получилось применить, такое продуктивное, что я хочу сделать на следующей неделе, попросить какой-то помощи и советов, что вот что-то у меня не получалось, подскажите, что мне теперь с этим сделать, и успеть за оставшиеся части минут получить советы всех присутствующих, как можно сделать лучше. Подход, конечно, такой довольно незатейливый, но он реально хорошо работает, особенно когда общий план от недели к неделе не особо меняется, и звучит примерно как, ну, следовать заветам джедайской техники и быть продуктивным. Но постоянно возникают какие-нибудь сложности.
и нужно научиться с этими сложностями как-то хорошо работать. Помимо этих таких мастер-майндов, у нас регулярно участники приносили еще какие-нибудь свежие свои идеи, инсайты, как можно джедайские техники улучшить и вообще как можно повысить продуктивность. И мы на встречах обсуждали, окей, как эту идею можно развить и как ее в реальной жизни применить. Я вот, например, приносил на несколько встреч статью с Lessrom.com под названием «Productivity working towards a summary of what we know». Там один человек решил собрать всю известную информацию по тому, как работает продуктивность и что можно сделать, чтобы быть более продуктивным. И другие участники тоже приносили всякие интересные идеи, инсайты и подходы, что можно хорошо сделать. Вот. Один раз мы даже провели очень крутой эксперимент, который на словах, может быть, звучит не очень, но вообще-то оказался очень крутой эксперимент про то, как «А давайте мы будем спать по 8 часов в день». По сю пору как-то не очень получается регулярно спать по 8 часов в день, а мы вот тогда собрались и решили это сделать, и у нас даже получилось, и это было круто само по себе, во-первых, спать по 8 часов в день, а во-вторых, было круто проводить коллективный эксперимент и открывать что-то новое. Да, может, и не всем понравилось. Да. Вот. Встречи, они продолжались у нас примерно около года, но потом плавно сошли на нет. В основном не потому, что какие-то косяки, а тупо мы перепылились на тему продуктивности и уперлись в границы джедайских техник. Я, например, практически перестал получать пользу от этого 7-минутного формата. Я и так не смог придумать, как ее заново получить. Мои рассказы о прошедшей неделе выглядели примерно как: ну, я, как обычно, все делаю по джедайской технике, более-менее все получается. Ну, есть, конечно, какие-то косяки, но я их даже сформулировать-то толком не могу, в чем конкретно у меня проблема. Не то, что выдать запрос на что можно с этим сделать. То есть сначала мы починили все очевидное, что не получалось джедайских техник, а потом уперлись в их пределы, когда тупо языка и концепции не хватает, чтобы понять, в чем проблема и как их описать. Да, и с мотивацией джедайские техники тоже не работают от слова никак. У Дорофеева, видимо, просто все очень хорошо с мотивацией. Ему мотивация не нужно чинить, поэтому он даже не задумывался о том, а как мотивацию чинить. Ну, я очень рад за него, но жаль, что он не смог поделиться этой информацией с нами. У нас, к сожалению, проблемы с мотивацией порой есть. Вот, ну, с тех пор прошло уже года полтора-два, вроде бы, с середины 2019-го, когда были последние джедайские встречи. Там и прежние-то участники получили много нового опыта. Плюс я очень надеюсь, что будут и новые участники, которые еще совсем с нами не перепылялись. Ну и плюс вот у меня в голове появился формализм новый и новые подходы к повышению продуктивности, про которые я рассказывал. Плюс там еще Оля что-нибудь расскажет, и надеюсь, и у меня тоже в голову уляжется то, что не улеглось тогда, а сейчас с большим количеством шестеренок наконец встанет, и я это осознаю. Вот, ну и это было примерно тогда, и примерно такое было тогда. Как я вижу подобные встречи в ближайшем будущем по ситским техникам? Ну, формат, конечно, опережает явно в онлайн, потому что, во-первых, ковид вокруг
не перестает до сих пор. Во-вторых, чтобы смогло большее количество участников, в том числе и те же самые участники, которые были раньше, но которые находятся сейчас вообще в другой стране. И плюс те, кого не было никогда на джедайских встречах, но те, кто будет на сидских встречах из других городов. Формат 7-минутный по кругу, всем рассказать что-то хорошее про прошедшую неделю и запросить и получить помощь, он явно все еще очень полезен, чтобы улучшить дело не дело и заодно узнать, как другие делают дела. И плюс еще полезно составлять план на следующую неделю, то есть там провести всякие премортемы и то есть, как на основе того, что уже известно, то есть, мол, давайте вот наконец внедрим вот эту вот технику, про которую мы уже давно знаем, но как-то до сих пор еще в массе своей не применяем. Или вот у меня появилась новая крутая идея, новая крутая концепция, инсайт. Давайте вот это тоже покрутим и попробуем понять, как это можно применить и как можно внедрить это на следующую неделю. Такой формат тоже еще стоит оставить. Так что примерный план такой, что первая половина — это вот этот мастер-майнд 7-минутный про прошедшую неделю. И следующая половина после перерыва — планирование следующей недели. Обсуждение какой-то новой теории или старой теории и как ее внедрять в следующую неделю. И вспоминаем про временные ограничения. На встречу явно нужно часа полтора, потому что, во-первых, нужно зум отдавать, во-вторых, просто мозг перестает работать интенсивно после часов полутора, даже с учетом перерыва. И если мы хотим 7-минутные слоты на каждого человека и при этом уложиться, скажем, минут в 30-50 на половину от полутора часов, то это получается 4-7 таких 7-минутных слотов. Так что если нас будет больше 7 человек, то, скорее всего, придется расходиться по зумовским комнатам соответствующего размера. Комнаты эти нужно будет синхронизировать. Для этого лучше использовать общий таймер. Вот, например, на кукушке. Кукутим/ситх. Вот. И мы там будем, в моем представлении и, надеюсь, в реальности, практиковать всякие крутые штуки. И вообще, по идее, хотелось бы как-то результаты этого записывать в какой-то коллективный лабораторный журнал. Потому что, ну, как говорится, во-первых, это красиво. Типа, ну, круто же вести лабораторный журнал, как какая-нибудь натуральная научная группа. Ну, во-вторых, это полезно для построения наиболее работоспособной техники и ее итеративного улучшения. Я уж про это говорил, когда говорил про итерирование в разрезе улучшения восстановления внутренних ресурсов. Как конкретно вести журнал? Ну, плюс-минус, может, понятно, но не до конца, но стоит начать пробовать и дальше итеративно тоже эту концепцию улучшать. Вот. Короче, план на ближайшее будущее такой же. Сейчас перерыв, потом читаю вопросы, и можно включать голос, спрашивать голосом или что-то обсуждать. Можно спрашивать Олю, что она хочет рассказать, если она будет готова на это ответить. И на следующей неделе приходим слушать Олю, а потом ориентировочно пробуем возрождать наши джедайские техники и сделать их ситскими техниками. Вот. И да, на ситские техники, на встречи желательно уже приходить со включенными камерами, если только у вас нет каких-то серьезных причин не включать камеру. Потому что, ну, как-то будем вместе обсуждать, без камеры это как-то, ну, такое. Благо, встречи этого формата уже будут не под запись. Фух, все.
5 минут перерыв, и в 4 по Екатеринбургу, в 2 по Москве, ровно возвращаемся сюда, будем говорить. Так, возвращаемся в нашу эфирную студию, так сказать. Так,
Камиль, я все еще не очень понял твой вопрос. То есть на класс задачи делать конкретное, в отличие от предыдущего целевого класса, делать что-то. Напиши более подробно, я скоро до этого долистаю и смогу лучше ответить. Так, а еще можно пойти на структурирование, чтобы кто-то посмотрел на идеи снаружи, либо ННО, если есть плохо понятный внутренний конфликт. Да, тоже еще варианты, что делать с внутренними конфликтами. Структурирование в кочерге, когда там по четвергам. ННО тоже в нескольких местах, в том числе тоже в Екатеринбурге, спрашивать Олю. И еще в нескольких местах. Так, Ютковский придумал все. Да, мир — это ложь, кейк из лай. В общем, все ложь, и все лгут, и вообще ужас какой. Вот, но есть, конечно, объективный мир, который реален. Так, ладно, хватит блудить. Да. Дальше платный онлайн-курс. Ну, блин, платный онлайн-курс — это, ну, такое себе. Этим нужно full-time заниматься. Я не хочу заниматься этим full-time, если только это не будет давать больше денег, чем программирование. Но это, может, когда-нибудь и будет, но, блин, не сразу. А переходный период не хочу. Ну нафиг. Так. Так. Ага, эксперимент был крутой со сном. Но, судя по всему, не всем понравилось. Да, джедайские техники. 20, ты уже читал, да. О, так, да, про мотивацию Дорофеев пишет буквально так. У вас же есть какие-то цели, от которых бабочки в животе, вот и делайте их. Ну да. Клево, конечно, делать то, чего действительно у тебя в бабочке в животе. Но если нужно работу работать или посуду мыть, ну блин, от мытья посуды нет бабочек в животе. Что ж делать тогда? Непонятно. Так, скомбинировать встречи с завтраками. Так, рациональные завтраки. Ну, блин, завтраки — это, насколько я понимаю, это там тоже чего-то происходит. А ситские техники и ситские встречи — это, ну, это, как сказать, хайфорт 1,5 часа. Все-таки и совмещать с чем-то, думаю, будет сложно. Мьюст это, видимо, то, что делают люди из Питера, если я правильно помню это слово. Так, с молотками. Ну, короче, совмещать с чем-то хайфорд встречи по ситским техникам, боюсь, сложно будет. Это нужно отдельно делать. Хотя, конечно, некоторые техники в мазках вполне ситские, согласен. Да. Ну, как бы да, много чего пересекается. Если мы выделяем кластер, как делать хорошее под названием «Время молотков», выделяем кластер ситские техники, выделяем еще ситские техники, еще джедайские техники. Да, большие кластеры часто пересекаются. Так. Так. Не очень распарсил сообщение Оли. Так. Мы дошли до тренировки условных плавопарушарных тренировок в ННО на встречах по средам. Ух ты, интересно. Так. Между всем много пересечений. ЛВО уже должно быть summary этого всего. Немного смущает идея сначала все внутренние конфликты по кластерам продумать, чтобы потом пользоваться метастратегией. Выглядит примерно как составление чек-листа для задачи, которую непонятно как решать. На середине может сорваться.
Почему я считаю, что так будет лучше, чем разбираться по мере возникновения? А потому что у меня постоянно, например, получается, блин, сложно, нужно, у меня мозг опять перегружен. Реально, у меня постоянно одни и те же, блин, внутренние конфликты. И постоянно их нужно примерно одним и тем же образом разрешать. Если нет ощущения, что это будет полезно, то есть вот смотришь на свою жизнь и понимаешь, и не понимаешь, что это будет полезно, ну, то есть, наверное, нужно или еще что-то лучше подумать, или реально не выделяется каких-то кластеров, в которые упираешься постоянно. Вот. Для меня очевидно, что вот такие-то внутренние конфликты мне нужно разрешать постоянно. Они реально постоянно. Ну, вот, потому и считаю. Так, какие кластеры внутренних конфликтов я выделил? О, господи, где они тут? Вот, для примера, внутренние конфликты, типа, ничего не понятно, я в тупике. Ой, сорян. Сюда неправильно записал. Сейчас поправлю. У меня два раза одно и то же. А, о. Да, ничего не. Первое, ничего не понятно, а второе, мозг перегружен. Вот. Да, периодически я упираюсь в то, что, блин, я не понимаю, что делать дальше. Хотя, в принципе, не то чтобы совсем ситуация неразрешимая, но периодически я в моменте реально не понимаю, что делать дальше. Или то, что мозг перегружен, это вообще постоянно, очень часто. Ну и когда вроде бы и нужно что-то делать, но что-то оно больно сомнительное. Ну, если мы занимаемся саморазвитием, то систематически пытаемся заниматься саморазвитием, регулярно возникают непонятки. А вот эта штука с хэштегом саморазвития, она реально для чего-то полезная? Или это фигня какая-то, которую какие-то там, как они называются, эффективные менеджеры, эффективные тренеры придумали, потому что оно почему-то будет полезным. Или то, что у меня голова родила что-то, что потенциально будет полезным, оно точно будет полезным? Так. Так. Блин, Оля прокомментировала. Оля, ты к чему это прокомментировала? То есть я примерно понимаю суть того, что ты сказала, но не понимаю, к чему это было. Про полушарные навыки, то есть дрессировка бабочек в животе. Я это добавила просто, чтобы упомянуть, что они условно называются правополушарными, потому что это типа метафора, и на самом деле все там не так работает. Вот. Вот к этому. Что это связано с тем местом, где ты говоришь, что надо как-то натренировать своих бабочек, чтобы они на тебя тоже работали. Когда я это говорю, даже не помню. Но в целом, Ну, да. это, я так поняла твою мысль, что там нужно сделать с этой мотивацией. Короче, все приходите на следующей неделе. Вот, блин, это мы с Олей смотрим на одно и то же и извлекаем оттуда разные интересные идеи. Что-то я пропущу, что-то Оля пропустит, а вместе получается больше полезных идей, которые будут полезны большему числу людей. Круто. Сообщения в чатике пока закончились.
Еще какие-нибудь мысли, идеи, предложения, вопросы непонятные? А про вопрос про деление по кластерам, который Алина выше задала, я что-то не услышала ответ. Так. Что? Так. Почему ты считаешь, что именно так будет продуктивнее? Типа точка входа может быть в другом месте? Так. Так, да, мне казалось, что я ответил, но может быть нет. То есть я говорил, что делить на кластеры для меня, ну да, то есть, короче, поделить на кластеры, а не решать по ходу полезнее, потому что, ну реально у меня есть кластеры, которые постоянно, в которые вляпываюсь. Ну то есть можно их, в смысле, не то чтобы обязательно прям вот сесть и отдельно их разрешать, можно, в принципе, разрешать их по ходу и потом просто заметить, что я одинаково разрешаю одинаковые внутренние конфликты и запомнить их для себя, и почаще узнавать такие же внутренние конфликты и таким же образом разрешать. Но, наверное, все-таки полезнее продумать про это систематически, потому что в моменте нужно, блин, заниматься разными делами, в том числе и вот прямо сейчас что-то сделать с внутренним конфликтом. Полезно, когда ты уже про него подумал, когда есть закашированные мысли в голове, что вот это будет полезно потому-то и потому-то, чтобы разрешить этот внутренний конфликт. Да, это, ну да, это уровень меты. Внутренние конфликты каждый раз какие-то конкретные, что мне сложно сейчас, потому что вот такие-то куча таких-то мыслей, но мне почти точно так же когнитивно сложно и в других местах, и точно очень похожие действия стоит сделать, чтобы стало менее когнитивно сложно. И да, выходим на уровень меты. Вот одинаковые очень похожие внутренние конфликты и очень похожие внутренние решения. Запоминаем, что такие-то конфликты, такие-то решения, вляпываюсь в конкретный конфликт, в конкретной ситуации жизненной, вспоминаю мета-решение, применяю его на конкретной ситуации, вуаля. Если все пошло хорошо, внутренний конфликт разрешил. И если все пошло не очень хорошо, значит, если не разрешил, значит, модель получилась не очень. Нужно, наверное, дорабатывать мета-стратегию. Оля, если у тебя в голове уже есть примерное представление, что ты собираешься рассказывать через неделю, если ты хочешь этим поделиться, можешь пока рассказать, пока вопросов больше нет. Если нет, мы послушаем тебя через неделю. Угу. Да, блин, это не сразу делается. Не сразу все придумывается. И продумывается детальный план. Угу. А, тем более, да, что Андрей, можно я вот голосом задам вопрос тогда, если у нас они закончились? Да, давай. Вот у меня такой, как бы, к тебе вопрос. Как, какой твой, так скажем, прогноз на развитие вот этих ситхских техник? Будут ли они там долгое время существовать или не будут, там, скажем, в рамках кочерги? Или, может быть, когда-нибудь появится книга по этой теме? Как ты считаешь? В смысле, ты про встречи или про техники? Ну да, как бы про техники в целом. Да черт его знает. Ну как, вроде
идея хорошая, и развивать ее, наверное, есть куда. Куда конкретно их развивать в плане масштаба? Ну, пока планирую просто встречаться в кочерге. Ну, то есть как, основная моя мотивация – это повысить свою личную продуктивность, поэтому давайте все соберемся и будем помогать друг другу повышать личную продуктивность. Расширять это, ну, не знаю, это чтобы расширять. Я, конечно, планирую даже похвастаться Дорофееву о том, что вот рационалисты такое клевое придумали. Вот, но то, чтобы какую-то книгу издавать, это гораздо более сложно, чем написать пост Дорофееву, что вот смотри, какие клевые рационалисты сначала были в Екатеринбурге и осваивали джедайскую технику, а потом еще и насочиняли всякую ситскую технику и стали еще больше рационалистов, не только из Екатеринбурга, делать всякое прикольное. То есть похвастаться у Дорофееву это прикольно и не слишком затратно, а писать книгу более затратно. Не знаю, лень. Ну, я скорее имел в виду, может ли это как бы, скажем, техника занять умы людей, так же, как, скажем, там, я не знаю, есть же вот книга «Семь навыков высокоэффективных людей», как бы тоже же о том же. Но она как бы вообще разошлась. Там есть джедайские техники, тоже разошлись, но там, скажем, в меньшем масштабе. Ну как, потенциал, конечно, есть, как и у всяких разных клевых постов на Лусронге. Ну вон, это цепочки разошлись по умам людей и сделали многим хорошо, и сделают еще многим еще более лучше. Потенциал, думаю, есть. Вот, но чтобы оно прям по многим-многим людям разошлось, скорее всего, для этого нужно много работать. И причем full-time каким-то образом. То есть вот писать книгу, ездить там на всякие мероприятия с лекциями, еще чем-то таким заниматься. Знаете, Добби хочет свой паспорт обратно и перестать уже каждую неделю готовить новую лекцию. Добби уже хочет начать практиковать, а не вещать. То есть ездить с примерно одними и теми же лекциями, конечно, проще, чем каждый раз делать новую лекцию. Вот. Но все равно как бы сиские техники не я один придумал, хотя это я излагал много идей, которые у меня в голове. Вот. Ну, если мы начнем сразу несколько людей ездить в разные места с коллективным плодом творчества, это будет проще, чем один человек будет ездить в миллион мест. Ну, можно продвигать свое сообщество, свое видение ситских техник. Ну, короче, какие-то такие очень абстрактные идеи. Пока не планирую какую-то дорожную карту, как это все развивать. Но если появятся какие-то возможности, что можно сделать как для развития нашей личной продуктивности, так и для того, чтобы перепылить больше людей, то ухватиться за хорошие возможности можно, лишь бы не слишком затратные. Вот. Так. Так, вопросы в чатике. Стала ли моя жизнь лучше, там, продуктивнее, веселее, живее и так далее. Не так важно. После того, как начал использовать ситские техники, ну как,
По-моему, явно стало сильно продуктивнее после того, как я начал использовать джедайские техники, что уже круто. А ситские я вот в таком виде начал придумывать недавно, поэтому пока не знаю. И за последний месяц я больше эти лекции готовил, чем их реально применял. Не то чтобы эти все идеи не обкатанные от слова совсем, но они как бы и на практике более-менее проверенные, и ну хоть как-то. Я их уже применяю и вроде становится прям в чем-то лучше, но еще не хардкорно применял. Для хардкорного применения вот как раз и хочу встречи формата. Вот давайте придумаем, как это применять, и потом неделю будем применять. Вот. Вроде уже стало понемножку лучше, когда я с помощью чего-то принципиально, ой, с помощью чего-то целенаправленно улучшаю свою жизнь. Например, с помощью васидских техник. Вот. Но я еще не применял это прямо совсем сконцентрированно и упорно. Так. Не помню, к чему было про празднование и про решить задачу другим способом. Ну, в общем, к чему-то был комментарий, что еще можно решить задачу другим способом. Не помню, к чему. Вот, так. Много проблем с авторскими правами. Ага, ну да. Ситские техники соотносятся с джедайскими техниками, а джедайские техники — это бренд мифа. Миф, наверное, будет кусаться. Ну, да. Вот. Ну, то есть, пока мы не собираемся на этом зарабатывать, по крайней мере, я не собираюсь, а вы уж там сами как хотите. Скорее всего, миф не будет особо кусаться. Но можно будет с Дорофеем это обсудить. Вот. А если будем пытаться зарабатывать на этом, ну, посмотрим. Да-да-да. Этот самый анонимный сетевой трактат уже начал писаться. Можешь, если хочешь, сюда ссылочку кинуть, чтобы больше людей его прочитало. Кое-кто уже кое-что пишет про ситские техники. Тоже со своей ситской точки зрения. Так, да, было бы клево сделать эксперимент из зрительного сронг. Ну, в общем, да, я хочу делать всякие эксперименты и куда-то их в конечном итоге выкладывать результаты в виде лабораторных журналов, в виде чего-то еще. Конкретно, блин, на LostRunk.ru проблемы с тем, чтобы там тупо нет возможности выкладывать контент пользователей, есть только возможность выкладывать переводы. На LostRunk.com мой английский недостаточно хорош, а вот если кто-то возьмется выкладывать то, что мы насочиняли на английском, то это будет огонь. Вот. Я тоже вижу, что, блин, вот круто будет, если мы такие всякое протестим, выведем очень хорошую концепцию сисских техник, проверенную на практике. И свои там лабораторные журналы, всякие свои шестеренки повыкладываем на lesron.com и скажем, вот смотрите, какие клевые в России есть рационалисты, какую они крутую штуку замутили и потестили и улучшили. Если кто-то это сможет сделать на английском, это будет огонь. Так. Оккультизм и нейросайенс. Да, так, да. Ну да, Дорофеев, может, и будет довольно вот юристы издательства, в случае чего не факт. Да. С брендом могут быть проблемы. Ну, короче, да. Нужно спросить
Нужно над этим подумать. То есть, скорее всего, если мы тут будем тихо в своем чатике сидеть и в своих зум-встречах ни на чем на этом не будем зарабатывать, то претензий к нам, наверное, не будет. А если будем раскручивать это как-то, ну вот вопрос. Это действительно нужно какую-то юридическую чью-то экспертизу. Да. Английский Алин достаточно хорош. И это хорошо. Переводи, переводи. Пиши. Так, если будет материал, это будет единственный способ публиковать его в русском сронге, то ты переведешь круто. Ну да, да, пока мы сидим в чате, у нас фан-клуб. Ну. Да, то есть, если будут претензии, конечно, мы охватим еще больше аудитории, но лично я не хочу получить юридических люлей. Так что, ну такое. Стоят ли сидские техники того, чтобы за них бороться? Ну, моя личная продуктивность стоит ли того, чтобы получить юридических людей? Не уверен, потому что это ухудшит мою продуктивность. Ну да, действительно, бороться, чтобы что? Так, у нас между тем время потихоньку заканчивается, минут 3 или 8, в зависимости от того, с какого момента отчитывать, полтора часа. Вот, еще можно немножко потрендить, вот, но скоро будем расходиться. Ну, чтобы менять мир. Зачем менять мир? Тоже вопрос. Да, действительно. И на что менять мир? Да, во-первых, из какого мира делать какое? Во-вторых, да, какая валюта будет в обмен на то, что мы изменили мир? Что нам нужно на это потратить? Лично своего или чужого? Да. Ну, может, короче, удастся, если уж до такого дела дойдет, может, удастся и полюбовно договориться с мифом. Типа, вот мы будем говорить, что сидские техники возникли не просто так, а сначала Дорофеев придумал свое клевое. Вот, смотрите, читайте Дорофеева. Во-первых, Дорофеев полезен для того, чтобы с когнитивным ресурсом хорошо работать. Вот, но... Дорофеев знает не все, а мы вот придумали еще что-то. Ну, это, короче, тоже так, абстрактные идеи. Все к юристам. Да, мир — это не игра с нулевой суммой. Если приложить фантазию, то таки да, можно что-то... Можно вот договориться, а может и не будет к нам претензий. Это я, скорее, сейчас больше озвучиваю чатик для видеозаписи. А так уже немножко устал говорить. Ну что, будем, наверное, расходиться. Время уже прошло полтора часа, если не учитывать 5 минут толерантности к опозданиям. Да, можно еще вопрос быстренько? Ага. Да, давай. У нас получается, наверное, вот эту коммуникацию, да, надо и в чат провести, что вот мы хотим группы собирать и так далее, потому что не все же здесь присутствовали. Ну, да. Я думаю, во-первых, это анонс Олиной встречи будет
еще в общей сетке мероприятий кочерги, так что люди увидят и в этом, в анонсах кочерги, и, в принципе, да, можно, я, наверное, напишу, что вот, все, Добби получил назад свой паспорт, и отчитал все свои 4 лекции, наконец, вот, но на следующей неделе еще Оля что-то расскажет, всякое интересное, а потом будем еще встречаться. А подробности смотрите в видеозаписи лекции, если вы на них не присутствовали. Такое вот. Окей, окей. А я правильно понял, что вот мы после встречи Оли, да, будем собираться группами? То есть через 2 недели как бы будет mm-hmm. первое собрание групп, а не на следующей неделе? Ну да, да. На следующей неделе понятно. Вся под лекцию Оли. Вот, а встречи уже после этого. Такие. Окей, окей, спасибо. Все. Если ни у кого больше нет вопросов, предложений, комментариев, то до следующей недели. Всем пока. Пока.